Всем привет, дорогие зрители! Приехал в район Махмутлар, нашел здесь двухкомнатную обставленную квартирку-конфетку на среднем этаже проекта. Я в этом проекте уже снимал квартиру 3+1, ссылка наверху. Здесь есть открытый бассейн, открытая парковка и маленький ухоженный сад. Центральная часть Махмутлара, субботний рынок, прямо выходя с проекта. Расстояние отсюда до моря 330 метров максимум. Может быть, 280 не отмерял, но я говорю максимально, что есть. Значит, квартира находится на среднем этаже проекта. Вот здесь такая лестничная площадка. Так. На этаже 1, 2, 3, 4, 5 квартир. Так. Здесь вот такой лифт. Вот здание семиэтажное. Наша квартира 1+1. Обставлена. 65 квадратных метров. Вот такая прихожая. Сразу зайду в санузел. Вот такой санузел просторный, не маленький. Здесь у нас спальня. LED-освещение. Здесь такой маленький французский балкон. Сторона восточная, юго-восточная. Если даже купите эту квартиру, подарок какой-нибудь от ответки дадите мне. Кто желает купить недвижимость в Турции, обращайтесь, поможем, чем можем. Вот такая у нас гостиная комната просторная. Нет, какую-нибудь вазу я вас уберу. Или вот тот, это более-менее деревянная. Да. Все, короче, заберу вас. Йо. Какая гостиная комната? Красота, ляпота, переезжай и живи. Квартира под ключ. Бытовая техника фирмы Altus, A++. Духовка Альпина, также плитка Альпина и вытяжка Альпина. Выйдем на просторный балкон наш. Вот такой просторный балкон. Вот. Вид на соседнее здание, этот вид не закроется у вас никогда. Под зданием есть магазин. Прямо под этим зданием. С правой стороны проекта Market A101. Так. Закроем дверь, шумоизоляция хорошая. Хочу показать двойные окна. Термопакет. Значит, подведем итог о этом проекте. Проекту 7 лет. До моря расстояние 330 метров. Квартира находится на среднем этаже проекта. Юго-восточная, восточная сторона. Продается такая, как ее вы его видите. Цена этой квартиры 60 тысяч евро. Центр Махмутлара. Пирожок. Все, звоните, пишите по номеру, который указан в описании, ставьте лайки, подписывайте на наш канал, если все еще не подписались, комментируйте, нам это очень важно, я порой стараюсь быстренько отвечать, но не успеваю на ваши любимые мои комментарии. Так, есть у нас также телеграм-канал, порой там тоже выходит горячие продажи. Так как я не успеваю снимать эти квартиры, мы там делимся. Обращайтесь, поможем, чем можем. Так что, кто желает купить квартиру в Алании или купить недорогую квартиру в Алании, обращайтесь, помогу, чем могу. У нас есть постпродажный сервис также. Мы своих клиентов никогда не оставляем. Все, с вами был мистер Агасси, Орел Кавказский из Алании. Всем пока-пока.